В школах Донецкой Народной Республики ведется активная работа по военно-патриотическому воспитанию детей. Причем не только на уроках НВП. По инициативе депутатов Народного совета от Комитета по обороне и безопасности и представителей отряда по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион» в общеобразовательных учреждениях проводятся дополнительные занятия, которые ребята посещают с большим интересом. Такой урок собрал старшеклассников 112-й школы Кировского района. Какая заинтересованность? Покажите. Детям очень нравится. Особенно они очень внимательно слушали специалиста-инженера по минным работам. Ну и их очень заинтересовали сами виды стрелкового вооружения. Нравится им, нравится. Я считаю, что это необходимо проводить такие занятия. Помимо того, что учителя проводят в школе, мы, как Комитет по обороне и безопасности, мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы это систематизировать такие занятия, дополнить. Мы же не знаем до конца программу. Ну, мы ознакомимся с программами, и то, чего не додают в школах, мы пытаемся донести. В первую очередь, живое общение со стрелковым, с видами вооружения. Военнослужащие подробно рассказали и показали различные виды вооружения и боеприпасов. Здесь были представлены автоматы, ручные гранатометы, винтовки, крупнокалиберный пулемет «Утес», мины, снаряды и многое другое. Причем ребятам продемонстрировали не только оружие, которое применяется сейчас, но и то, которое использовали во время Великой Отечественной войны. Но самой важной частью урока стал рассказ сапера с позывным «Зиберт». Эти вещи и с собой шуток не прощают. А мы с вами не в компьютер играем. И второй уровень нам никто не даст пройти. Ни в коем случае нельзя ни распиливать, ни выкручивать такие снаряды. То есть это гарантированно, что будет взрыв. Ребята, у меня к вам просьба. Не ходите сейчас по посадкам, по зеленкам, никаких рыбалок. Давайте отставим это до лучших времен. Ребятам подробно рассказали о том, какие виды боеприпасов существуют и насколько они опасны, как необходимо вести себя и как обозначить место обнаружения взрывоопасных предметов, а также куда необходимо звонить в такой ситуации. Было довольно интересно послушать, много нового узнать о боеприпасах, потому что мы живем в военное время, и это очень нужно, особенно сейчас. Для безопасности это всегда полезно, для школы, для детей, которые мало об этом знают. Они приехали помочь, ну как можно сказать, рассказать, все показать. Они молодцы, все нормально. Подобные открытые уроки проводятся раз в неделю. Следующее образовательное учреждение, которое планируют посетить военнослужащие, школа номер 2.